Продолжается лето, продолжается благоустройство Новосибирска. Сейчас обновляют сквер «Радуга». Это зеленое место отдыха находится в Ленинском районе, на пересечении улиц Киевской и Новосибирской. Освещение, все будет в освещении столбах. Столбы специально сделаны, чтобы не светили в окна. А у нас освещение электрическое или от солнечного? Нет, электрическое. Здесь все будет фонарем. И сцена будет подсвечиваться, и вся дорожка. Начиная от Новосибирской и заканчивая Киевской 16. Здесь довольно-таки масштабные работы. Это и тропиночная сеть, озеленение, освещение, установка детских спортивных площадок, малых архитектурных форм. Сейчас вот выполняется в основном демонтажная работа. Демонтировали час плитки, когда убирали оборудование. Когда установят новое оборудование, плитка будет на месте. То есть все так же останется, как было. Ну и сцена тут еще была, проводились мероприятия всякие там, ТОСами. Здесь она тоже будет новая, поэтому, в принципе, здесь просто меняют оборудование на более современное. В сквере провели санитарные вырубки. Пришлось убрать старые аварийные тополи и клены. А вот яблони оставили. Их несколько десятилетий назад высадили местные жители. Будут дополнительно досаживаться кустарники и крупномерные деревья. Если говорить, например, о клумбах, то клумбы будут больших размеров. То есть порядка 500 квадратных метров. Прогуляться по обновленному скверу «Радуга» можно будет после 15 октября. Именно к этому сроку подрядчик обещает завершить все работы. Сейчас благоустроители идут с опережением графика.